Чего бы и нет. Ого! Куда направо? Антоха, посмотри моей мощи. Ого, а чё Антоха на БТ? Я большой и злобный. Интересно, какая у меня перезарядка? Ё-моё, я чуть не откинула меня. Если ну, нам по центру ехать желательно. Так, нам надо, наверное, на левую сторону. Оу. На левую не стоит. На правую лучше. На правую под-под-под? Да. Антоха, почти, а то ты туда поехал. Прямо под возле реки. Возьми кто-то мне на трасса. Подъехал, возьми меня на трасса. Где БТР? Ох ты, там еще какой-то КВ-2 есть. Антон. Сзади. Это ты был? Да. Чисто хочу с фугасика. Костечка сейчас с фугасика бахну. Осторожно. Кто это малая шмакоделка? Ой. Оп-о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 п-
Пиздец, сейчас будет. Я что, ни хера не вижу. Ёпта. Там их несколько. Да. Вон справа, 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 Костя, справа. Бля, там слева. И слева тоже. Нихера себе, сзади. Сзади еще живой тот тип? Возле меня прям. Я понял. М18. Все, хана. Прям возле меня тут. Ох ты, хва! Их тут два хелка. Стоял на пухал. Нифига себе. А ты попал по кому-то, Димон? Нет, не успел. Если бы попал, у них бы пуком бы порвался. А пока у меня порвался. О, ох ты! Блять! Они ж легкие, я сейчас должен их 37-миллиметровым. Они справа, слева? Да, повсюду. Один налево уехал, другой справа. Я их обоих перетянул, у них там по пару человек. Трупаки. Наверное, сидит чинится. Антоха, ты тут? Я в ангаре. Я надо было, чтобы ты тут остался, прикрывал меня. Я думал, это самое, тебя подбили. Ну так я подбили, но я сейчас нитку взял, 30 миллиметров. Ого. Они шьются, эти гады.
ты, Димон, заезжаешь сбоку. Ну, да, я не заезжаю, я смотрю, я обсматриваюсь. Блять! Сука, откуда? За углом стоит тут сразу. Сука. Да-да-да, они такие. Что-то я не могу понять, там что, сзади кто-то? Ух ты, блядь, сзади клепает. Жопа. Сука, мне не сломали стол. Пиздец, как они оказались там? Ебать. С двух сторон. Блять. Прямо возле нашей базы сидят пидорасы. Полечу-ка я на самолете. Потому что там жопец. Ё-моё, что здесь творится? И здесь аэродром. Под Уртакой. Сука, у меня пушка. Блин, я между ними езжу, они меня не видят. Шо везет? Только заряд у меня стол сломан. Надо бы хоть бы БТ-ху бомнул. Ты шо их валом? Хорошо, что да, они меня не видят. Я о том же. Прикинь, я между ними тупо езжу, они просто отвлечены на возбой, я просто сзади них езжу. Я бы сейчас бы пушку бы. Блять, не успел я сбить самолет. Забить самолет? Опознавательный знак ВВС Финляндии.
Опять лучший отряд. Антоха хотя бы получил лучший отряд. Не, класс, класс, вот таки классно было. Ну да, я бы не сказал, что класс. Не, блин, да ты бы, если бы мне бы пушку, я бы разнес двух хелкетов. Я просто тупо сзади них стоял, ничего не мог сделать. И поехал на захват. А на чем ты был? На зенитка. А потом...